Ну что ж, всем привет. Доброго вечера. У кого-то еще, наверное, день. Тем, кто ближе к Москве живет. Вот, с вами Джек. И сегодня мы начнем проходить такие дополнения к XCOM 2, в которые я 600 с лишним часов наиграл. War of the Chosen. Очень мне интересно посмотреть, что это за дополнение. Создал я персонажа, как обычно, из сабов. Привет, пердет. Привет, привет. Деду спердет, короче, ничего не меняется. А вот сказать бы сексуально совсем не толстый, типа, привет, красавчик, да, ага, сейчас дождешься от них. Есть еще какая-то опция, вроде как с самого начала, чтобы дали одного жнеца, либо, ну там, то есть, короче, одного чувака из новых трех классов. И некоторых людей, которые просили, чтобы я делал их новыми вот этими классами, кто-то из них может заспавниться. Я проверил, создал два раза новый сейф. Реально, если ставить кнопку, что генерит чуваков только из пула, он только из пула и берет народ. Так что у нас в начале в самом будет 12 человек, которых я уже создал, то есть 12 реальных вас. И один бич, короче, бот. То есть 13 человек там будет сначала. Мантич, Виктория Селена Мартин, Игорь Зетберг идет и этот Магомед идет. Рил Мага. First Squad, motherfucker bitch. Ну, погнали. Так. Full cover. Ну, естественно, три попадания. Всего-то 60%. Ну, то есть, у 60% защиты дает full cover, и 40% у него шанс попасть. И Игорь Зотберг погибает на первой же миссии. Типа, два раза чуваки триггернули 40%, два раза попали. Норм. Ну, Игоря, но все равно не был на стриме, так что... Оу, oh, well. Типа... 40% два раза. Но я не был готов к первому трупу на этой миссии. Сделать снимок задания, давайте. Прищучим адвент. Вас прищучили, ретарды. Прищучим адвент. Типа, короче, потеряли солдаты, такие, давайте пафосно зафоткаемся на миссии. Короче, он в день сбоку лежит. Воняет. Китайцы сделай китайцам. Точняк, давай, китайцы, сейчас я тебе сделаю. Только ты женщина тут. Ну, я... Какой сейчас загенерится тебе этот, внешность такая будет? Ну, чувак, я ни при чем. Я ни при чем. И нам сейчас надо с ним поворачиваться, потому что они нам, по сути, вообще с туза зашли. Ё-моё. Чё делаешь? Чё делаешь? Ну, конечно же, брелок по нему. Ну, кто? На чей мозг еще можно было им влиять, кроме как на мозг брелка? Ты чё, конч? Ты чё, поехавший? Нет слов. Нет слов. Advent is almost cut off the transmitter from their network. We're running out of time. Я все понял, брелок. Пошел вон. Вон из команды. Ты аутяра. А эти фоткаются такие, типа, блин, как будто на какой-то альбом, знаете, типа, попсовый. Никто не смотрит в камеру, все такие в разные стороны повернуты, как в Южном парке было. Селена Мартин так гопница села, блин. У вас капитан погиб. Тут вообще Текман, короче, лыбится. Ну, бруталы. Сначала он выпендрился, его убили. Теперь, короче, они выпендриваются. Ну ладно, брелок немножко грустит, типа, а остальным вообще наплевать. Чего типа вообще? Бэм! Он промахнулся, это брелок, а утёру! Мужик спасает брелка у тяропка, потому что, ну, он типа лилия утяра. Не смог с пистолета, типа, убить чела в упор просто. Там под 100% шанс был. Ну и калич. Это, конечно, наверное, рано говорить, но это моя третья любимая DLC вообще среди всех игр. То есть первым было Old Hunters для Bloodborne, второе было Кровь и вино,
И третья War of the Chosen. Прямо сейчас готов такое сказать, потому что это реально топ. Это что за покемон? Какая? И тебя не звали. Но все они бессмертные. Так что хотели друг друга убить, такие, давайте объединимся. Мурашки, а что вообще? Ой. Ой-ой-ой. Ну все, через задницу пошло. С первого, блин, хода. Ничего вообще. Сколько урон с моего удара? Чё? Ты что делаешь? Конч! Ты куда пошел? Можете кстати, объяснить, почему я думаю, что он будет атаковать издалека? Мутон уже нельзя резать ножом, и я это прекрасно знаю, я просто думал, что он такой-то издалека. Какой фланг останет нас, мутон? Один мутон. Ну вы видели, 10 крит, потом 7 урона, потом просто, типа, убивает чувака. Просто чё, блин? Один боец остался. Камон. У меня просто истерика была, серьезно. Это просто злей. Ну и как-то так. На сегодня, думаю, все. Установим контракт с западным регионом, там потом пойдем по другим миссиям. DLC мне пока что очень понравилось, прям все топ, все что сделали. Первая вот сюжетная большая миссия, вообще кайф была. Вот, надеюсь понравилось и вам. Спасибо, что пришли на... Ну, типа это не был стрим прям к трехлетию канала, но типа я сегодня решил все-таки завести. Вот, всем спасибо, всем пока.